Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о рестайлинговом Кашкай 2025 модельного года, который получил обновленный внешний вид, пересмотренный список бортовых технологий и новую комплектацию N-Design, которая в свою очередь отличается окрашенным обвесом, 20-дюймовыми дисками и алькантарой в салоне. Но если говорить в целом о внешних изменениях, то тут больше всего внимания уделили передней части, где появилась широкая решетка радиатора, обновленный бампер и новая стреловидная двухэтажная оптика. Кроме этого, также пересмотрели фонари, заменили задний бампер и предложили новые цвета кузова и колесные диски. В салоне изменений гораздо меньше, но все же они есть. Кроссовер получил новую мультимедийную систему на платформе Google, улучшенные камеры кругового обзора и новые материалы отделки. Под капотом обновленного Кашкая устанавливаются 1,3-литровые бензиновые турбомоторы на 140 и 158 лошадиных сил, дополненные 12-вольтовой мягкой гибридной установкой. Кроме них также имеется 190-сильная гибридная модификация E-Power. Как и прежде, кроссовер будет предложен с передним или полным приводом. Все цены и комплектации для украинского рынка мы выведем вам на экран. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!